Добрый день, дорогие слушатели и зрители моего канала. Сразу подписывайтесь, ставьте лайки. Значит, если вы раньше смотрели мой канал, то вы знаете, что я с прошлого года пытаюсь подключить газ в Пушкино на Западной улице. Есть определенный прогресс. К нам провели трубу центральную до нашего участка, но вот внутри участка еще что-то там проектируют. Вот. И недавно пришла смс-ка от Мособлгаза. Сейчас вот ее открою и прочитаю вам дословно текст сообщения. Добрый день, прошу подъехать по адресу город Мытищи, улица Белобородова, дом 6 для подписания ДС на продление договора. Кстати, там интересный такой договор, что там пеня в нем не описано, да? То есть там стоит, я его подписал где-то 25 марта, срок там был очень большой и так изначально с какими-то нарушениями 200 дней, но даже его они уже на месяц или больше уже просрочили. Вот. И, соответственно, есть у них такой вот чатик, в котором где-то 1141 members, 119 онлайн, и вот пишут тут, что им обещали, что все сделают, и ничего не сделали. Но на самом деле, в чем же причина? В том, что у них заявок по их же отчетам месячной давности в 5 раз больше, чем в прошлом году. Вот, поэтому они физически все не успевают сделать. Ну, как я и ранее предполагал, в том числе у них прошлогодние еще цены. И по этим ценам особо-то подрядчики не хотят работать, либо какие-то совсем некачественные подрядчики. Вот, поэтому такие вот проблемы. Вот можете посчитать кучу этих сообщений. Сейчас я их вам прокручу. Вот, никому проект не делаю, то есть со всех собирают деньги. Кто хочет, думает, что ему Мособлгаз все сделает подешевле немножко. 50% платят, и все. И их кормят завтраками. То есть там буквально вот здесь написано, вот из этих тысяч тут, ну, 1, 2, 3 сообщения о том, что кому-то что-то подключили. Да? Вот. И здесь они запрещают переписываться между участниками чата. Всем пишут, вам позвонит куратор. Куратор, соответственно, не отвечает. Все эти кураторы меняются, увольняются, не знаю, что с ними там происходит. Вот. Соответственно, люди, допустим, не знают, где точно, с какой стороны там участка, допустим, к ним пойдет труба, где им делать внутренние работы, да, если, соответственно, они хотят все самостоятельно сделать. Вот такие вот дела. И есть уже даже случаи расторжения договоров. Люди уже, допустим, какие-то внешние подрядные организации привлекают, да, ну, кто может немножко себе позволить подороже, кому-то, может быть, важно, да, уже зиму встречать в тепле. Ну, у всех разная ситуация. Это у нас там дача, на которую, ну, не поехали на дачу, нет, там ничего страшного. Вот. И здесь они показывают, кстати, вот памятку для пуска газа, какие-то там дополнительные нужные вентиляционные каналы, дымоходы. Вот, то есть не все там, может быть, тогда же просто. Давайте скачаем, посмотрим еще раз ее. Откроем. Вот. Ну вот можете сделать себе скриншотик. Сигнализаторы загазованности. А проблема в том, что вот эти акты, вот эти два акта, они имеют определенный срок годности. Вот поэтому лучше их рано не делать. Вот, и также теряют якобы договора, что-то там какие-то странные смс-ки приходят. Вот. Это еще 1-10 оплатили. Я ей как раз Смирновой тоже, по-моему, написал, что, дескать, не рассчитывайте, что вам все сделали. Кстати, траншеи даже, то есть где-то что-то прокладывают, в принципе, они. Это бесплатная часть. Вот, кстати, вступайте в этот чат, наверное, там, может быть, какую-то полезную информацию вы получите.
Вот, ну, в принципе, если они там даже 20% сделали, то это, в принципе, как прошлогодние результаты, это нормально. То есть получается, что действительно обещанного 3 года ждут, и где-то в 2024 году сделают, наверное, все это рано или поздно. Так что вопрос, нужно ли с ними продлевать эти договоры, или есть точки зрения, что вот, кстати, какое-то первое подключение там состоялось. Если продлевать, то, дескать, про вас забудут, а если не продлевать, там жаловаться куда-то вам сделают быстрее. Есть и такая точка зрения. Ну и можно, у кого есть время и желание, можно пытаться в суде какую-нибудь с них неустойку собрать. Вот. Ну и, конечно, всем рекомендация не ставить дорогие счетчики, GSM ставить механические, дешевле они там. Что я уже купил в марте, и боюсь, что скоро у него срок годности там истечет у этого счетчика. В общем, ставят в первую очередь, наверное, тем, кто более их дергает быстрее. Вот так вот все здесь. Уже 16 ноября. Ну, в принципе, можете сами вступить в эту группу, почитать все это. Вот, ну, конечно, конец года, у них там завал. Какие-то рекламы газовых котлов вне дома устанавливаемых. Вот, в общем, постоянно там куча ее каких-то связанных с этим Мособлгазом организаций, примазывающихся к нему для того, чтобы заработать. Так вот, такие дела. Что, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам нравится такой формат.